Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг! Сейчас пойдем будить дочку. О, ты уже не спишь. Я иду тебя будить. Что там за волосы висят? Где? В гостиной на часах. Я думал, ты спишь, пришел тебя будить. Ты когда проснулась? Когда проснулась? 10 минут это. И сразу мультики смотришь. Когда пришла от этих волос. Каких волос? Не знаю, каких-то, как у тебя, кудрявых. Где волосы? В гостиных моих на часах. Ничего себе. Что ты смотришь, покажи. Это что такое? Ангелина Берилли. Ничего себе. Понятно. Так. Зарядку. Зачем? Умываться. Завтракать. Ой, зачем? Какие у тебя планы? Дети, какие? Что ты сегодня делать будешь? На музыку обед. Ладно, сейчас скажу. Сейчас мультики пока смотрю. Зажидаю Галину, да, потом Чистизовы, мы потом едем, и мы собираемся на музыку и уходим. И все, у тебя кроме музыки ничего нет сегодня? Да. А на лыжах пойдешь кататься? Когда? Когда? Сегодня. Зачем если не научить, если? Так надо учиться. Ты это лучше всех каталась. Ты лучше всех каталась? Расскажи, как ты каталась вчера? Где ты каталась? Снежком. Угу. Лучше всех? Ну... конечно, кто ехал с этой маленькой горочки, да. Ты самой маленькой каталась? Ну, а потом уже побольше. Ну, не с высоты такой. Чуть-чуть поменьше. С больших катается, кто уже умеет, просто так пришел покататься. Слушай, а что тут такое у тебя лежит, Лен? Где? Вот этот кто, с белыми вот волосами, это кто? Роза, ты уже спрашивал. А покажи, как она говорит. Ну, сразу, я сейчас только дойду. Сейчас. На себя очень жаль. Русская. Готовься, Роза. Ой, сейчас будет больно. Ой, я тоже решила, как это моя новая дочь. Конечно, справлюсь, может. И рот не открывает. А почему ты его ногой давишь? Чего ты ногой давишь, Лен? Зачем ты ногой ее давишь? Потому что она так только не может нажиматься. А, ты у тебя сил не хватает нажать? Ну вот, смотри. Только чуть-чуть. Надолго не хватит. Все, возьмите. Ага. Можешь еще вон ту вот шляпку эту принести сюда? Какую шляпку? Какая на часах висит. А зачем она тебе? Увидишь. Пойдем вместе принесем шляпу. Нет, я туда не пойду. Почему? Потому что ты ее там должен надеть, а потом сюда приходит. Хорошо.
Та-дам! Я сказала на себя! На меня? На себя! Ураси! Ураси! Прям на себя ураси! Ну, давай наденем. Да! На себя надевай! Сейчас мне надо на улицу ходить. Ага. Ну, нормально? Сейчас, мы подождем, сейчас мы посмотрим. Телеграмме. Ну, нормально? Ай, я могу. Снимай-ка, снимай. А что тебе не нравится? Хорошая шляпа. Да, такая шляпа. Я, кстати, на улицу в ней хожу. Пугает. Почему? Почему пугает? У нас все в таких шляпах ходят. Говоришь, все? Угу, тут можно еще такие дырки для глаз сделать. Нормальная, теплая шляпа. Еще выжим для дырочки. Угу. Ну давай на тебе покажем, как. Ну покажи, ну что, прими. Братская шляпа. Может, Марте ее наденем? Ага, давай. Давай, Марту. Тащи Марту сюда. Папа, держи. Что держи, такое? Помогай. Что держи, там? Держи дверь. Держу, что там? С собой, вот так вот. А что, мы зачем стоим здесь? Затем, увидишь. Главное, не забудь, чтобы сюда никто не вошел. Почему? Затем. Что там? Я скажу, кто-то пришел. Кто-то пришел? И ты должен быть вор. Вор? Подожди, так он сейчас украдет. Надо же это спасать имущество. А чего мы здесь заперлись в комнате? Он нас сейчас украдет. Зачем мы ему нужны? Он наоборот сейчас все там заберет. Держи, держи. Это Галина, наверное, пришел. Он хочет, знаешь что? Он хочет, знаешь что, забрать? Прячься в коробку, я пойду посмотрю. Он хочет забрать... Нет, нас держи, держи, помогай. Он хочет забрать наши семейные картины. Семейные картины? Они здесь стоят, быстрее, быстрее, держи. Я понял. Все, давай, мы заканчиваем нашу эту трансляцию, Лен. Потому что мне пора на работу. Ага, когда вор украдет все наши картины. Так я сейчас пойду разберусь, чтобы он ничего не украл. Все, говори пока. Беги. Пока-пока. Пока. Ты идем. Пойдешь меня провожать? Идем, идем, Саша.